Новости в эфире информационного канала Севастополя. В студии Арсений Ковалевский. Итоги работы народных избранников до первого перерыва. За два часа не принято ни одного закона и постановления. 7 июня законодательное собрание Севастополя собралось на очередное пленарное заседание. Отчет губернатора о реализации мер антикоррупционной политики депутаты рассмотрели без главы города. Зарплату учителей обсудили с директором департамента образования. Подробности далее. Первым в повестке дня пленарного заседания значился отчет губернатора о реализации мер по борьбе с коррупцией в городе в прошлом году. Этот вопрос депутаты решили обсуждать без главы города. Губернатор в свое время представил законодательному собранию письменный отчет, и он размещен в электронных средствах массовой информации. Учитывая, что сегодня его вызвали для совещания в Симферополь, он направил для доклада руководителя департамента безопасности и борьбы противодействия коррупции Шерстнева Юрия Владимировича. Слово директору профильного департамента не дали. Депутаты решили обсуждать вопрос сами, оперируя порой субъективными и оценочными суждениями и обвинениями. События, разворачивающиеся в дальнейшем, это уже традиция местного депутатского корпуса. Заслушивать вопрос без основного докладчика. Две ветви власти так и не определились с формулировками и окончаниями слов. Что же одни ждут от других? Отчет в законодательном собрании или отчет перед законодательным собранием? Практически часовое обсуждение закончилось ничем. Исполняющая обязанности спикера Екатерина Алтабаева объявила, депутаты по итогам могут на следующем пленарном заседании принять постановление, а могут и не принять. К следующему вопросу. Это опять контрольная деятельность. Директор департамента образования отчитывался о оплате труда работников сферы. Средняя зарплата в отрасли в 2015 году выросла и составила порядка 24 тысяч рублей. В отрасли дошкольного образования средняя зарплата порядка 22 тысяч. Я ни в коей мере не считаю заработную плату педагогов, соответствующую тому труду, качеству и то, что они делают для нас, ребят, соответствующей их вкладу. Но все, что параметры, которые связаны с исполнением указов президента и параметров, которые заложены в бюджете и утверждены законодательным собранием, будут выполнены в полном объеме. Сейчас у нас с вами полностью выполняются эти параметры. Никаких снижений вопросов, стимулирующих выплат, у нас нет. Депутаты решили запросить подтверждающие цифры у контрольно-счетной палаты, поскольку по их данным информация не сходится. Ирина Кравец, она же директор 25-й школы, сообщила, зарплата учителей складывается из нескольких составляющих. Это базовая ставка, плюс категории, нагрузки, надбавки за выслугу лет, классное руководство и другое. Подтвердила и неравномерность выплаты заработной платы работникам образовательной сферы, у которых в четвертом квартале по окончанию первого зарплаты выше, предложив внести изменения в постановление, прописывающее базовые оклады. То есть коэффициенты заложены, они просчитаны, они изначально маленькие. Поэтому и предыдущие два года спасали вот какие-то надбавка 20%, 25%, как я сказала, и стимулирующие выплаты. В этом году, конечно, у нас выплаты не всегда одинаковые, правильно сказал Михаил Леонидович. У нас четвертый квартал, в силу того, что, как правило, во всех учреждениях образуется фонд экономии заработной платы, за счет премиальных и стимулирующих выплат растет заработная плата. Затем серьезный спад у нас идет январь-февраль, пока не принят бюджет, пока не приняты все бюджетные росписи. Каждый борется за то, чтобы все коэффициенты были сохранены. Но давайте посмотрим. Вот то постановление, которое было принято еще в 2014 году для педагогов, его уже нужно пересмотреть. Я просто хочу найти тех желающих, кто за 465 рублей будет проводить учебно-воспитательный процесс с целым классом. Департамент земельных и имущественных отношений завершает процесс оформления прав на объекты движимого и недвижимого имущества за образовательными учреждениями. В этом году в Севастополе ЕГЭ сдают 84% выпускников 9 и 11 классов. Для сравнения, в Республике Крым всего 38%, отметил директор департамента образования. Михаил Родиков заявил, крупных нарушений при проведении экзамена не зафиксировано. Итоги подведут 15 июня. Дмитрий Слезовский, Анна Малышко, Михаил Волобуев. Информационный канал Севастополя. После перерыва депутаты рассмотрели несколько резонансных законопроектов о наградах и почетных званиях Севастополя, об уполномоченном по правам предпринимателей, об изменениях в бюджет на 2016 год. Последний вызвал бурное обсуждение у народных избранников и представителей правительства.
Дрожи в голосе от возмущения некоторые депутаты доказывали своим коллегам, что из статей финансирования необходимо исключить программу по развитию казачества в Севастополе, которая подготовлена во исполнении поручения президента Российской Федерации. Алексей Чалый преподнес программу таким образом, словно 15 миллионов рублей из бюджета будет выделяться на строительство казачьих станиц. С моей точки зрения, правительство должно аннулировать эту программу как не только бесполезную, но и как и вредную. Потому что в условиях ограниченных ресурсов вкладывать деньги в строительство казачьих станиц попахивает идиотизмом. Вы меня извините, конечно, уже за фигуру речи. Начальник отдела по делам казачества Департамента внутренней политики Александр Красюк успокоил депутатов. Деньги должны быть выделены на обеспечение мероприятий по безопасности в отдаленных районах Севастополя. Напомнил, на сегодняшний день в городе неспокойная обстановка. Увеличилось число приезжих из материковой России и ближнего зарубежья. Есть подозрение, что среди прибывших есть члены боевых отрядов, подготовленных в соседнем государстве для проведения терактов в Крыму и Севастополе. Поэтому помощь казачества в настоящий момент нужна городу, как никогда. В этом приложении целевые индикаторы сделан, в выступлении Алексея Михайловича сделан акцент именно на формирование казачьих станиц, казачьих дворов и, соответственно, развитие форм предпринимательства членами казачьих обществ. Однако, если мы дальше ознакомимся с приложениями этой программы, то все увидят, что в приложении четвертом, начиная с 16 года и продолжая 20 годом, на эти мероприятия, я ответственно это заявляю, если вы ознакомитесь, вы, соответственно, это тоже поймете, не заложено ни одной копейки. В итоге изменения в закон в первом чтении приняли, однако депутаты еще внесут поправки. Александр Кулагин обеспокоен тем, что в бюджет не заложили средства на строительство детских площадок в селах северной стороны Севастополя. Учкуевке, Андреевке, Солнечное. Предлагает изыскать резервы и осуществить задуманное. Вячеслав Горелов считает необходимым выделить из бюджета средства на ремонт дороги по улице Галины Петровой. Сергей Краснослободцев, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. Футболисты СКЧФ «Севастополь» завоевали серебряные медали по итогам первого в истории полуострова чемпионата премьер-лиги. Наградил игроков президент Крымского футбольного союза Юрий Витоха. Наши футболисты набрали 54 очка в 28 матчах. Они одержали 15 побед, 9 матчей свели в ничью и 4 раза уступили соперникам. При этом подопечные Олега Лещинского забили 53 гола, а пропустили всего 25. Последний же матч сезона, который уже ничего для нашей команды не решал, на стадионе СКС севастопольские футболисты сыграли в нулевую ничью с «Океаном» из Керчи. Чемпионом премьер-лиги стала симферопольская ТСК «Таврия», опередившая наш коллектив на 14 очков. Бронзовые медали у «Бахчисарая» от СК «Севастополя» они отстали на 13 баллов. Мы поблагодарили всех ребят, сказали им спасибо за проведенный чемпионат. Конечно, хотелось первое место, но первое место по многим причинам не получилось у нас занять. Второе место, думаю, закономерно. Были два клуба, которые были сильнее других команд. Это видно по турнирной таблице. Ребята отдавались, ребята сражались. Не все получилось, что хотелось, но, думаю, сезон оценить можно на четверку по пятибалльной системе. Завершился Кубок города по парусному спорту. Соревнования проходили на внутреннем рейде Севастопольской бухты. Погодные условия позволили провести все 12 запланированных гонок. В классе яхт «Оптимист», самом престижном и многочисленном на соревнованиях, первое место у юношей занял Петр Горкунов, у девушек Влада Подыряка. В классе «Зум-8» золотые медали завоевали призер европейского первенства среди девушек Арина Латынина, а в зачете финнов первым финишировал мастер спорта международного класса Юрий Божедомов. В парусных досках класса «Мистраль» быстрее всех Лариса Кривошлыкова, а в «Бигтехно» 12-летний Александр Токарев, который продолжает традиции отца, участника Олимпиады в Пекине. Уже на этой неделе четверо севастопольских спортсменов выезжают в город Миасс Челябинской области, где на озере Тургаяк пройдет соревнование в классе судов «Оптимист». Также регата состоится на призы русского путешественника Федора Конюхова. А у меня на этом все. До встречи в эфире.